Всем привет, кто сейчас смотрит этот видеоролик. В предыдущем ролике речь шла о велосипедных шлемах шоссейных от компании итальянской LAS. Модель была Xena. А сегодня вот будет там распаковка вот этих двух шлемов. Я их специально не стал выкладывать и распаковывать. Хочется сделать это на камеру и сделать это для вас. Это шлемы аэродинамичной такой обтекаемой формы с дополнительным визором в комплекте. И предназначены для раздельных стартов, триатлон, пожалуйста. По цене сразу скажу, сегодня у нас 19 апреля 2021 года, и на данный момент эти шлема стоят 15 900 рублей за единицу. Шлема идут в двух расцветках и идут в одном размере по объему головы, one size 55-61 сантиметр. С какого начнем? Наверное, начнем с какого-нибудь. Есть модель белая, черная. И есть модель белая с красным. Ну, давайте традиционно, наверное, возьмем сначала потемнее модель. Вот так это выглядит добро. Такой интересной формы. Достаточно легкие, вес шлема 330 грамм. Честно, я себя сдерживал, я его не распаковывал. Думаю, так, что в комплекте? В комплекте дополнительный визор. В комплекте LAS Helmet, что это такое у нас? В комплекте чехол с логотипом для хранения и транспортировки, позаботились. А значит, шлем накладочки съемные, регулировка есть, и по высоте нескольких положений. Буквально прям чуть-чуть. Либо так. Там есть такой ползунок. Раз, два, на три положения. Так, под количество отверстий. 2-4 отверстия. Значит, прозрачный визор. Он идет на магнитиках. Но если вам не нужно использовать, вы можете переставить его. И вот в таком виде вы можете стартовать. Все это обтекает. Что, прикольно. Шлем. Значит, и визор второй. Не сказал бы, что он черный, темный, но потемнее. Скорее всего, это поликарбонат. Такой, ну, достаточно тоненький. Внутри идут магнитики. Три магнитика. Поник. И все. И у вас шлем. Слезы. Потемнее. Что, надо мерить. Потом распакую второй. Интересно. Наверное, не мое. Не знаю, как он. В принципе, в нем как-то просторно. Ну, вес чуть-чуть чувствуется. Ну, вот эти 100 грамм лишние, там, в 300 грамм. Но он чувствуется. Но сидит. Сидит, в принципе, хорошо. Нос у меня небольшой. В принципе, у людей, если нос побольше, линза не достает, здесь остается, есть место.
ничего не давит. Здесь есть расстояние. Сняли. Удобно. Взяли. Пристегнули. Ну, такой... Так трясти, в принципе, не будет, но... Ну, держится. Все, держится. Давайте такой визор одену. Так. И второй шлем. Второй шлем. Черно. А, белый. Бело-красный. Та-дам. Отлично. Вот такая красота. Слово паразит. Какая красота. Ну такая. Или вот такой вариант. А, слушайте. Снимается так, вместе с линзой можешь снять. Вообще не мешает. Давайте одену этот. Перестегнули. Мне, наверное, черный нравится больше. Белый. Хотя, не знаю, белый с красной полосой тоже смотрится неплохо. Вот. Вот такие шлема производит итальянская компания LAS. Для того, чтобы подробнее ознакомиться с этим шлемом, если что-то я упустил, вы переходите под видео по ссылочке, переходите ко мне в магазин. Смотрите, изучаете, задаете вопросы и пишите комментарии. Всегда буду рад ответить. И на этом, наверное, и все. Видео можно завершить. Всем хорошего времяпровождения и до скорых встреч на канале.